В этом маленьком ролике хочу показать, как здесь сделано освещение в финской сауне. Вот финская сауна, которая находится в многоквартирном доме, прямо на многоэтажке, стеклянная дверь. И, собственно говоря, вот освещение. Как видим, на потолке освещения нет, только вентиляция. И на стенах тоже освещения нет. Единственное освещение, вот оно. Здесь стоит светильник защищенный по IP. И он еще и сверху защищен деревянной коробочкой. И такие вот жалюзи здесь. Даже если вода брызнет, то она не попадет на лампу. Хотя я думаю, что если бы и на эту лампу попала вода, то ничего бы особо не было. Ну, в общем, вот так это сделано. То есть под полком. Но важный момент, почему не темно. Потому что стеклянная дверь. То есть за счет стеклянной двери и за счет вот этого вот освещения здесь вот такой вот полумрак. Ну, на любителя. Финны любят. Вот такая вот финская сауна. И вот такое вот здесь сделано освещение.